Марина Ивановна. Сережа, и вам приятно, что Аля льнет к этому проходимцу? Марина, он мой друг. К тому же Константина все любят. Кодекс 18 века. Или о средневековых мираклях. О половом вопросе. Идите молча. Подождите. Остановимся. Здравствуй, Костя. Очень хорошо, что ты пришел. С ней буду. Это ребенок Сережин, не твой. Что? Кончать эту волынку и докладывать Кислову, что он готов.